С вами программа «Наше время», меня зовут Дмитрий Губин. Вот в наше время, точнее 19 июня 2013 года, известный галерист, директор Пермского музея современного искусства «Перм» по имени Марат Гельман летел авиарейсом из Перми в Москву, где на винзаводе в галерее «Культурный альянс» собирался давать пресс-конференцию по поводу фестиваля, который проходит в Перми. Он так называется «Белая ночь в Перми». А когда Гельман приземлился в Москве и включил свой коммуникатор, он с Твиттера узнал, что он, оказывается, уволен. Похоже, в кабинете его идут обыски. Вот такие дела. Здрасте, товарищ осужденный. Нет, товарищ обвиняемый. Уже оправданный. Оправданный? Считаю, что оправданный. Марат, у меня идиотский вопрос, но тем не менее, что произошло? Ну, как бы раз передача совершенно секретная, то я буду говорить и то, что произошло, и подоплеку.